Добрый вечер, дорогие друзья. Грибная банда Калининграда приветствует вас на своем канале. Сегодня экстремальный у нас выезд. Сегодня мы решили или опровергнуть, или доказать теорию, что ножка белого гриба светится в темноте. Итак, сегодня у нас ночной сбор гриба. Смотрите, рассаживайтесь, оставляйте комментарии. Грибанутые, что скажешь? Сумасшедшая банда. Калининградская область тем и уникальна, тем, что все леса находятся в шаговой доступности. Прошло совсем немного времени, и вот мы уже в лесу. Правда, стемнело. Сейчас соберемся и все-таки мы проверим нашу гипотезу. Да и наша группировка по-своему уникальна. Вчера стоило только кинуть в нашем чате, написать: ребята, поехали, попробуем грибы ночью собирать. Ну вот, 5 человек откликнулось. Банда за любой кипиш, кроме голодовки. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Конечно, самое главное — надежный хороший фонарик. Посмотрим, насколько правда утверждение, то, что ножка белого гриба светится в темноте. Итак, мы начинаем. Ребята, если вы думаете, что в темноте лес заснул, как бы не так. С правой стороны филин ухает. Так что, мама, не горюй. Вот мы зашли уже. Вот, кстати, смотрите. Вот видите? На самом деле он, да, он светится. Он светится, причем светится достаточно ярко. Вот он, наш первый грибок, первый беленький. Ну вот, с почином вас. Спасибо лесовичку. Первый мы гриб мы уже нашли. Врать не буду, девчонки. Нашли под осиновиков целую поляну. Вот там, слышу, кто-то чего-то кричит, уже белые нашли. Смотрите, вот издалека, вот он светится, как светлячок. Смотрите, четко как. Ага. Это мухомор. Это мухомор, я уж думал белый. Надо покрутиться по сторонам. А вон он белый, наверное. Если это не очередной мухомор. Обалдеть. Вот это пузан. Смотрите, какой красавец. Обалденно какой. Они действительно светятся. Вот какой пузанчик стоит. Обалденный. Обалденный. Вот такой вот, смотрите. Обалденный. Все-таки это работает, ребят. Я ни к чему не призываю, но это работает. Вот как-то так. Надо по сторонам покрутиться. Чуть-чуть в сторону. И вот такой собрат этого же пузанчика. Смотрите, какой красавец. Обалденный. Вот это. Вот это, да. Вот это богатырь. Вот такой. Представляете? Вот такой красавец. Ну, побольше моего кулака будет. Ха. Ну что ж, начало. Начало у нас положено. Все хорошо. Ребята, и все-таки это работает. Смотрите, как он светится. Вот он, смотрите. Вот он. Вон рядом два. Видите? Вон два штуки. Вон два штуки. Вот еще один.
Вон еще один. Видите? В поиске ночью есть свои прелести. Вот смотрите. Не знаю, камера, наверное, не передаст. Ну вот он стоит. Издалека. Он аж по-настоящему светится. Вот он. Хожу все ближе. Вот он. Самое интересное. Вот видите, какой красавец стоит. Вот он. Такой вот. Надо просто. Он аж вот аж блестит весь. Гриб почти весь отражается. Ну вот, например, вот впереди, если видите, вот дождевики. Просто надо яркие фонарики, достаточно яркий фонарик. И будет вам счастье. Ну, как бы, да, прикольно. Есть какие-то новые ощущения. Повторюсь, мы проводим эксперимент. Просто насколько это работает. Видите, он светится, он по-настоящему светится. Светит. Кстати, сейчас проведу эксперимент, попробую переключить на ультрафиолет, как янтарь. В ультрафиолете он вообще как-то, ну, обалдеть. Ну, тоже светится. Прикольно. Прикольно. Ну что, мы продолжаем. Я понимаю, камера, наверное, не передаст восприятие глазом такое, как ты видишь в натуре. Ну вот смотрите. Вот они, видите? Лопушистые какие стоят. Вот они. Видите, один, второй, вон третий. Тут должны быть и маленькие. Нет, к сожалению, маленьких не вижу. Но видите, какой эффект. Вот они стоят. Я бы, наверное, днем таких и не увидел. Не в зарослях, под елками. Вот елки растут. Как-то так. В этом есть свои приколы. В ночном поиске, я имею в виду. А смотрите, как в свете фонаря смотрится красноголовый подосиновик. Вот так вот он. Вот такой он. Вот он. Один. Вот второй. Вот такие красавцы. Вот как-то они тоже, получается, отражают свет и тоже светятся, как светлячки. От них не ожидал такого. Угу. Ну, смотрите, ребята. Вот они беленькие. Вот он стоит маленький. Вот он еще один стоит. Вот он один. А, вот чуть не наступил. Это польский белый. Собственно, и вот это польский белый. Вот. Белый, упавший почему-то. Вот беленький вот такой вот. Смотрите, как он. Вот он вот такой вот. Маленький крохотулька. Вот такой вот белый. Вот такой вот красивый белый. Как-то так. Вот такой интересный сбор. Посмотрите, как светятся дождевики. Не прям такими светлячками вперед смотришь и полянами.
Кстати, мухоморы тоже вводят в заблуждение. Смотришь, смотришь, вроде бы белый. Подходишь, это мухомор. Дождевики, кстати, это из шампиньонов, довольно-таки вкусные. Смотрите, стоит. Вот так идешь, идешь, раз, и стоит, раз, и стоит. Довольно-таки тетенькие. Блин, какой он бодрый. Какой он бодрый красавец. Вот такой вот. Обалденный. Обалденно красивый гриб. Ребята, а сейчас вот мы зашли в ельник. В ельнике вообще по приколу собирать, честно. Вот смотрите. Вот он стоит. Все дело в том, что тут травы нету. А их, вот он, видите, вон там он дальше. Не знаю, видно, не видно. Вон он стоит, видите, они какие. И как они смотрятся прикольно в свете фонарика. Обалдеть. Вообще прикольно. Смотрите. Вот, ну видите, ну не красавец. Не красавец ли? Обалденно. Вон еще, смотрите. Стоит только вот по сторонам посмотреть, тут травы нету. И вот они вот такие стоят. Здоровско. Здоровско. Ребята, я ничего не пропагандирую. Не дай бог никого не призываю собирать по ночам. Мы просто проводим эксперимент. Ну, он себя оправдывает. Значит, то, что гриб светится, это правда. Вот как-то так. Вот, смотрите, ребята, это не я нашел эти грибы. Вот, смотрите, один. Один. Идем чуть правее. Вот, так это далеко. Вон, два. Ага. Два. Видно, три. Вот два. Это два. Два. Вот три. Вон третий. Четыре. Пять. Шесть он. Семь. Вон там вот будет вон. Вон там вот 8. Ну, и да. Вот там еще рядом 9 будет. 9 штук. Вот так в ночи. Вот так они собираются в ночи. Четко, кстати. Ребята, извините. Видео сейчас, наверное, будет плохенько смотреться. Но тем не менее, гриб. Чистенький, хороший гриб. Отличный. Ребята. А тут такого гиганта, вы даже не представляете, насколько он здоровущий. Это, ну, я не знаю, с чем сравнить. Вот я попробую свой кулак поставить. Вот. Это настолько здоровый, это не знаю. Вот ладонь растопыренная. Ну, где-то, наверное, ну, наполовину. Обалденно. Вот это семя. Вот такой красивый. Обалденный. Подосиновочки какие красивые стоят. Смотрите. Причем стоят кучками. Вот один. Вот второй. Столько что видел где-то вот тут, а вот еще один, вон он стоит, красавец. Вот так вот.
Вот такой солдатик стоит. Вот такой. А вон рядом еще кнопочка стоит. А вон еще кнопочка. А если головой покрутить, может, еще найду? Нету ничего. Вот такие. Такой интересный поиск грибов ночью. А все-таки прикольно вот таких красавцев находить. Вот такой четенький красавец. Вот такой он. Вот он. Он четкий, вот его даже, ух, не надавить. Настолько здоровский гриб. Ух, хорошенький. Хорошенький, надо покрутиться по сторонам. Я, ради бога, ребята, ни к чему не призываю. Но ножка на грибе, она действительно светится, когда вот ее берешь ярким лучом, она аж как светлячок. Это правда. И мы это доказали. Значит, гриб ночью теоретически тоже можно собирать. Неожиданная такая неприятность. Сел туман. И по большому счету потихоньку становится ничего не видно. Но белые вот такие на засушку, они идут. Белые, вот они, вон они, но видимость, конечно, все хуже. Туманище, ну, жесткий становится. Вот так вот. Сейчас не воспримите, наверное, но аж луч рассеивается. Грустно, конечно, грустно. На самом интересном месте. Вот на этот эффект я не рассчитывал ни в коем разе. На белые все равно попадаются, действительно. Блин, туман, конечно, нас подводит. Капитально подводит. Вот такие красавцы стоят. Такие вот красивые. Так что, ребята, собирать ночью тоже можно свободно. Достаточно иметь хороший фонарик. Фонарик должен быть действительно хороший. Вот такие фотосессии. Красивый, маленький. Вот второй рядом. Ага. Второй рядом. Все-таки четко их видно, согласись? Да. Ребята, а белые все идут. Хотя из-за тумана мы уже, наверное, будем заканчивать. Потихоньку гриб. Его еще довольно-таки много. И довольно-таки много можно его набрать. Видите, он как стоит, как светлячки. Стоят как светлячки. Сейчас запросим у ребят, как у них дела. Ребят, как у вас там дела? Все отлично. Грибы есть. Ну, ощущения прям невероятные. Все светится, так в темноте прикольно вообще. Я в восторге. Все супер. Бедра полные, впечатлений моря. И радость до самых ушей. Как видите, ребят, все нормально. Гриба много, собрать его можно. Это всего лишь был эксперимент. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.
оставляйте комментарии. Грибная банда Калининграда. Всем спасибо за просмотр.